У нас вечер, ребята. Чем занят Лёшик? А? Розетка. Лёшик делает розетки. Вытяжку, вытяжку. А, под вытяжку. Вытяжку подключает. А розетка там будет где-то? В шкафчике или да. Где? А. Тоже спрашивали провода, как мы будем тянуть по этому, по фартуку. Нет, конечно, ребята, вот провода. Вот у нас выведены из-под фартука. И здесь будет розетка. Здесь будет, здесь большая будет розетка. Здесь будет 8 штук розеток сразу. Потому что здесь в этом углу будет вот и кофеварка моя, и мультиварка. Ну, в общем, вся электрика будет в углу. А здесь вот будет такая двойная розетка просто. Ну так, на всякий случай. На всякий случай. Вот. А там Лёшик подключит вытяжку, потому что вытяжка еще не подключена у нас. Почему мы переиграли мойку сюда, вот переставили по проекту? Она у нас была вот здесь, вот в углу, вот именно в этом месте. Вот, как видите, она у нас большая. Мойка 75 сантиметров, да, Лёшик? Наверное. Ну, ты мерял тогда. 75 сантиметров. И вот если сюда поставить мойку, здесь между плитой и мойкой остается всего 30 сантиметров. Но это, ну, никуда, правда? Это вот так вот бы была мойка. Вот. Да. А так и такой вот был бы стол рабочий. Ну, куда это? Это ж никуда не годится. Поэтому переиграли. Мойку поставили сюда. Вот тут она рядом с посудомоечной машиной. Здесь вот такая посудомоечная машина. Еще я с ней не разбиралась, не знаю, не заглядывала, не читала инструкцию, что где как. Крона Family Collection. Вот так. Так что вот так. Да, конечно, фасадов нам не хватает. Ну и все. Как-нибудь потерпим. Шкафчика у меня теперь много. Стоит пока у меня вот это вот. Здесь вот эта вся посуда. Но это все надо складывать в нижние столы. Это все почти пойдет в нижние столы. А они у нас без фасадов. Поэтому мы решили с Лёшиком, пускай пока стоит. Ничего страшного не будет. Вот. А потом, когда будут фасады, тогда переставим. Ну, а там будет видно. Потому что тоже буду делать уборку. Надо это все убирать. В общем, не знаю. Посмотрю еще. Посмотрю. Решим. Так, сейчас время 6. Отвалился у нас опять этот маятник. Что-то он слетает. Лёшик повесил. Ну, он просто зацепил. Ну ладно, пускай висит так. Потом, может, сделаем. Что-то там то ли не доделали, то ли сломалось оно. Крючочка нету. Как зацепить? Он слетает, маятник. Раскачивается и слетает. Вот это все вот надо растыкать.
Да, тоже по шкафчикам. Но это мне надо настроиться. Будем настраиваться. Завтра, может. Не, завтра не получится. Завтра надо ехать в этот, в Росреестр. Потом. Потом. На улице уже темно. Вот. Мой терминатор. Лёшка делает все аккуратненько. Там еще уголок надо прибить, но это Лешек тоже. Да, сейчас, может, и прибьет, да, Лешек? Вот там дырочка вон. Лень. Надо его найти в сарай, я в сарай отнес все. А зачем ты его вынес? А кто знал? Да вот же он стоит. Я. Вот стоит. Вот он. Да, только надо отрезать. Ладно. Вот она. Только надо, он же был длинный там. А теперь надо отрезать маленький кусочек. Надо померить и отрезать маленький кусочек. Да, что придет? Да. Вот. Красота моя. Я ее вчера прям расцеловала, ребята. Так вот. Такая моя девочка моя. Моя кухонька, моя родная. Сейчас Лешек сделает розетки, все, потом буду все на понаставлю. Ну, это тоже надо время. Ну вот, будем в хате уже заниматься, потому что сегодня опять на улице были с утра. Опять не до этого было. Сюда вот мне надо в мойку купить вот эту штучку для мочалки и для мыла. Знаете, продают такие. Фикс прайс, по-моему, я видела такие штучки. Висюльки такие вот. Висюльки. Ладно, Лешек. Занимайся. И тут еще надо ему сделать вот розетку. Вот здесь вот для этого, для трансформатора. Вот здесь вот в этом надо будет сделать розеточку. Все. Все? Да, включить только надо. А закрывать вот это вот? Ну, я не знаю. Что? Надо. Здрасте, а что, вот это все кишки вот так вот будут? А что, красиво. Да иди. Да. Красиво. Леша. А кто их замечает? Ты, кто, ты только нет. Сейчас заметила их. Я? Они висят уже сколько? Они что, если висят? Я не говорю, то это не значит, что я не замечаю. Не хочу я закрывать. Почему? Так. Не, Лешек, не начинай. У тебя же была коробочка, ты же нашел ее. Ну, куда же находиться? Трехомуть вот эта вся висит. Хорошо, тогда висит. Я наружу. Не надо это. Так, ладно. Закрываем. Закрой. Уже темно, ничего себе. Да. 6 часов уже на улице темно. Ой. Ой. Куда мы катимся? К зиме, Лешек. Катимся. Пойду. Здесь темно с этой одной лампочкой. Надо еще одну лампочку. Сделаю.
У нас же полным-полно лампочек. Полным-полно. Ну, еще светло. Давай, включай вытяжку. А, уже можно включать? Да. Ага. Все, Лешек там, он, конечно же, пошутил, что не закроет. Все, конечно, закроет. Ну-ка. О! А, первая скорость, третья скорость. А вон, салфетку возьми. Вон, салфетку. А тут, наверное, не да, тут не так тянет. Тут вообще не тянет. Да? Вот тут вот. А зачем тогда вот это вот, если здесь не тянет? Здесь не тянет. И недавно надо почитать инструкцию. Это вот вторая скорость. Это первая. Ну тоже салфетка держится на первой скорости. Надо почитать. Да. Надо почитать. Ну вот. Да, вот это вот уже мне не нравится. Тут постоянно будет запацано. Вот это вот. Надо будет протирать. А может, она и не надо вроде? Или надо? Не, надо, конечно. А что она не тянет? Конечно, надо. Что она не тянет? Не знаю. Странно. Надо почитать. Почитаем. Инструкцию. Пойдем почитаем. Пойдем почитаем. Так, все. А закрыть крышкой? Завтра я все отключу, потом закрою. А, понятно. Ну ладно. Потому что там воду в куче. Да. Ночью не буду я там купаться. Ну да. Завтра. Мы неправильно, ребята, включили вытяжку. Включаешь сначала? Ну, сначала включаем. Она не включает. А вот включили на первое. Так? Первая там показалась первая? Нет. Нет. Странно, выключил. Вот тут написано вообще другое. А что написано? Перед перемещением выдвижной панели в крайнее переднее положение он включает вытяжку на ранее установленную в арм скорость вентиляции. А, ну правильно. Включает. Сейчас, подожди. А что-то вообще уже не включает. Все, что ли? Выдвинь на все. Может, подсветка еще есть? Ну, да. Ну, вот так он должен включаться. Все правильно. Ну, подожди, идем сейчас дальше. Но тут все равно не тянет. Ну надо читать. Пойдем. Ладно. Значит, вот это вот оно. Раз и выключается вот так. Подсветку выключу. У тебя вон подсветка есть, сейчас еще мало. Мало, да. Я хочу, ребята, еще поставить подсветку вот сюда. На панель, на фартук. Ну, не на фартук, а под низ вот сюда. Сейчас продаются ленточные эти светильники такие вот, светодиодные. И вот сделать. Хочу много. Хотелка у меня. Да, скажете. Закатай губу обратно.
Ну ладно, Лёшек, читай. Всем привет, дорогие друзья! Всем доброе утро! Всем хорошего настроения, удачи, радости, здоровья, счастья и любви. Будьте здоровы и счастливы. И всем вам удачи. Пускай у вас все ладится, все получается. Привет, привет. Лёшек. Привет, ребята, всем. О, холодно сегодня. Мы едем в город. Я нафуфырилась. Расфуфырилась. Ну да. Ой, как хорошо. На уличке. Сегодня ночью, ребята, была такая яркая луна. Прям светло было, так ярко светило. Светло было, как будто вот просто вечер какой-то, знаете, такой вот. Так здорово. Прям я в окошко просыпалась, в окошко выглянула, так прям классно все освещает. Хочу посмотреть, сколько там градусов. Градусов 2. 2 градуса всего. Ну, не скажу, что прям так холодно. Нет. Ну, еще рано. 10 час только. Звонила Танюшка. Она уже ходит на работу. Уже вчера была на работе. Все хорошо у нее уже. Все в порядке. Вот Коля тоже завтра выходит на работу. Коля тоже температурил, но у Коли не нашли ковида почему-то. Не знаю, ну... А что, обязательно надо найти ковид? Ну, не знаю, если люди спят в одной постели, и такая заразная болезнь, как нам говорят, что на 1,5 метра подходить друг к другу близко нельзя, и только в масках, и не заразиться в одной постели, как может быть так? Не знаю. Ну, в общем, все хорошо. Все хорошо. Что, Леша? Да ничего. Там яблок нет? Все. Яблок. Вон здесь еще одно. Вон второе. Да, еще есть. Есть. Порох обнится. На этих деревьях листья как держатся. На этом уже облетели. Ну да. Яблоки вон еще остались. Вон еще штрифель висит, вон там высоко, видишь? Яблочки. Ага, вон оно, красненькое. Да не одно, я три вижу. Три. Ага. Там. Ну, не достанем, да. Подождем, пока упадет, если не сгниет. Когда-то у нас в один год было много яблок осталось на дереве. Они подгнили, но висели. И вот прилетали птицы, то ли свиристели, то ли кто, клевали яблоки. Вот. Уже синички к нам прилетали, Лёшек. Угу. Наведывались к кормушке. Сало, сало, сало им надо. Сало, сало, сало? Сало, сало, сало. Обязательно. Ну, купим им сало. Повесим. Да сейчас еще есть что кушать. Есть, да. Ну, вот его и повесим. Можно его повесить. Сейчас еще рано. Сейчас есть у них что кушать. Это когда вот снег выпадет, тогда. Сейчас еще вон сколько. Семена, травы, всякие эти. Помойка едет к нам сегодня. Ага. Ну, пускай едет. Да, она по своим делам, мы по своим делам. Поехали. Прогрелась. Поехали. Поехали, поехали. Да уже надо, чтобы осыпалось хоть вот это вот.
Чё ж так долго держится-то? Да еще успеем, еще, боже мой. Конечно. Еще пол октября. Ну, чуть меньше. Ребята, мы в городе прошлись с Лешиком, прогулялись. Ага. Зашли в администрацию, порешали дела. А что ты не в шапке? А что я не в шапке? Вот, магазинчик зашли. В городе вот пустота, нигде никого. Все работает. Все работает, да. Кто дома сидит, кто работает. Я при магазине. А про магазины? Да. Магазины все работают. Да. Вот здесь вот такой киоск. А им клиенты заедем. Возьмем курицу. Нет. И поедем. А что? Кофе попьем. Ой, да, ну, Лешик, не начинай. Ну, давай курицу возьмем. А не дома позвонит. Мы с Лешиком купили кофе. Где-то что-то не скребешь, вот кофе эспрессо 100 грамм 85 рублей всего. Эти 45 рублей. Вот. Да? Вот какой красивый. А? Гулять-то гулять, да, по 100 грамм. Дорого, что ли? Наоборот, дешево. Перебор дали, по-моему. Наоборот, дешево. По 80 рублей. 3. А, по 80? А тут написано 85. Спасибо. Вот твоя, вот твой маленький дом. Недорого, наоборот. Пирожок с повидлом всего 25 рублей. А помнишь, когда мы приехали там, брали покушать? А? Покушать, когда только приехали. А, да, когда только приехали, там вот столовая была, там вообще мы взяли на сколько? Что-то на 100 рублей, что ли? То ли на 90? Два кофе, пирожков набрали. И 100 рублей что-то всего. Кофе вкусный. Ребята, здесь, смотрите, рябина вон висит. А, не, это боярышник. Я думала, рябина. Это боярышник. Листья совсем облетели. Одни ягоды остались. У нас еще листьев полно. Зато в городе я здесь где-то видела рябину. А у нас все уже давно обклевали. Батареи, трубы, мы сам это делали, печки ломали. Ладно, сейчас попьем кофейку, накупим макарон. И пойдем варить. По-флотски. По 100 грамм кофе. Ну вот, ребята, теперь спокойно могу вам рассказать. Правда, не все. В общем, зачем нас вызывали по этому, в этот Росреестр? Для того, чтобы... Ну, мы написали, я написала объяснение, необъяснительную, как это сказала там вот сотрудник этого Росреестра. Тоже сначала оговорилась, говорит, объяснительную. Нет, говорит, объяснение. Объяснительную пишет тот, кто виноват. Вот. Написала я объяснение о том, что границы участка у нас согласованы с администрацией сельского поселения, согласованы с администрацией района, мы согласовывали, бумага подписана руководителем района, вот. В общем, поэтому к нам претензий нет. У нас как бы все дозволено, все по согласованию. Межа и все такое. Но есть другой вопрос. Перемеряли нашу землю, вот эти вот надзор реестра этого, или как он называется, не знаю, как правильно сказать. Да это и не важно. Вот, у нас, оказывается, участок должен быть короче. То есть не такой длинный. То есть у нас немножко он уходит дальше, ближе к озеру, а он должен быть ближе к дому. Вот так вот. Так вот объяснить, как объяснить. Вот. Вот это вот что-то там неправильно.
Но мы-то такой участок покупали. Мы ничего не передвигали, забор мы не передвигали. Все как было при тех хозяевах. Все так и есть. Вот сейчас дома мы еще посмотрим их кадастровый план. Потому что когда мы покупали, хозяйка говорила, что у них есть кадастровый план. Есть там он где-то в бумагах. Вот все. Ну, вот это вот вопрос этот висит. Решение по этому вопросу будет до конца месяца, короче, до 29 числа. Сказали, пришлют нам бумагу, что там, как там, в общем, что они решат. Как-то так. Так что, кто написал эту бумагу, накатал, мы знаем. Пока не будем говорить. Лёшек не может попасть в свою машину. Вот. Пока не будем говорить. Все потом. Как здесь вкусно пахнет. Правда? Угу. А, тебе нравится, Лешек? Да. Конфетами пахнет, ага, да? Я знаю. Пахнет вот эта штучка. Купила для Лешика в машину вот такую штучку. Она пахнет конфетами. А такой вкусный запах. Я думала, тебе не понравится, Лешек. А тебе нравится, да? Да. Нравится, пахнет? Ну, да. Хорошо. Я рада. Хоть не кокосом. Не люблю, когда в машине пахнет кокосом. Что ж такое? Открыл. Открыл. А почему не срабатывает? Ну все, а сейчас едем домой. Не, за фаршем. Куда едем? Туда. А, за фаршем. Лешек хочет котлеток. Давай я тебе сделаю котлетки по быстрячку. Вот эти вот с вафельками. А. Давай. Давай, мне так лучше, мне хочется таких. Давай сделаем с зеленушечкой и с этими, с вафельками. Вкусно? Вкусно и быстро. Ух, Лешек, гребет с места прям.